Уважаемые жители Щелковского муниципального района, приглашаем вас посетить праздничные мероприятия. 25 декабря театрально-концертный центр «Щелковский театр» приглашает на новогодний бал «Маскарад», начало в 17 часов. В сельском поселении Анискинское в Доме культуры поселка Биокомбината в 11 утра и в половине пятого вечера пройдет новогоднее театрализованное представление «Морковный снегобум». В сельском поселении Гребневское в 11 и в 14 часов состоится елка главы сельского поселения Гребневское.